Уинджа. Всем привет, друзья! Far Cry Primal, и мы вновь в этом очаровательном и увлекательном мире древних людей. Ну что ж, друзья, в этой серии я надеюсь, что мы уже все-таки доберемся до шамана. Мы восстановили силы, прекрасно выспались. Нас даже никто не тревожил. Так, ух ты. Кто-то посылочку для нас оставил, ребята. Как-то можно ее немножко подцепить. Опа! Так, обыскать. Мешок пчел. Мешок полон мяса. Стой. Ну, в принципе, все, что можно было, мы из него уже взяли. Так, ну что, друзья, направляемся. Возьмем, вооружимся копишком на всякий случай. Так, что у нас там по ресурсам? Я уже и забыла. А, можем все-таки еще одно копье изготовить, это хорошо. Так, Такар, нам необходимо все-таки добраться. Добраться до шамана. Я так, в принципе, подумал, ребят, наверное, мы затупили из-за чего, что надо было идти по этой тропе, а не гнуть гору. И, ух ты, шкура бурого медведя, ребят, может быть, мы все-таки немножко поохотимся на медведя еще. Все равно он тут рядом, по пути. Медвежья шкура нынче, да и нынче, и в то время, я думаю, дорого ценится, поэтому... Чё б такую возможность упускать, только... Чё? Блин, кажется, нас спалили, ребята. Ах ты, козёл. Копьём нас всё-таки задел, но ничего. Так, надо это тело где-то здесь заныкать, так. Будет как раз приманка для нашего медведя. Так, ну да, в принципе, здесь где-то медведи водятся. Зрение охотника нам ничего... Ага, вон. Так, ну то козы, опять козы, мне нужен мишка. Волки, кажется. Или нет, козы. Так, ну возможно где-то здесь и медведи. Возможно, что они сидят на перевале. Свежий... Вот оно и тут, а. Так, ну что, ребят, или я думаю, все-таки, наверное, такого кабана лучше копьем. Ой-ой-ой. Ух ты, вот нифига себе! Да-да. Против мишки, конечно, туговато. Так. Ёлки-палки, но я все равно его хочу убить. Все-таки шкурку получить надо. Два копья всадил, и ему хоть бы хны. Возможно, с лука было бы получше, да? Где ты там рычишь, родной? Ага, вон он. Ё-моё, там еще их и двое. Брачные игры у медведей, ребята. А может и нет. Ой-ой.
Тихо. Еще и древесины у меня мало, сражаться тяжело. А, он убил медведя второго. Ого. Брачные игры до добра не доводят. Так, а как насчет мы просто заберем свою шкуру и уйдем? Ладно, так и быть. Бежим. Ребят, тут один удар лапы и все. Так, ну он должен сгореть. Ух ты, бляха-муха. Да ну нафиг. Блин, даже горящий медведь очень опасен, друзья. Так, ну все, бляха-муха, попытка номер три. Медведь очень тяжело, конечно, но... Но я все-таки хочу получить шкуру. Блин, надо было как-то аккуратненько подкраться и забрать шкуру с того медведя. Так, тихо. Вон они опять сражаются. Он меня замочил, будучи горящим, будучи, скажем так, обессиленным. После схватки. Хитить, колотить. И вон там еще один. Ребята, чем он там занимается? Это вопрос. Разбежались мишки. Блин, так и не получили мы свою шкурку. Ладно, не хочу я сейчас настолько сильно рисковать. Давайте идем к шаману, в общем-то. Вернемся по пожей. Тяжело. С одного удара практически всю житуху сваливает. Ну, тяжело. И очень быстро. От него не убежишь. Каменные пальцы. Местоположение обнаружено. Блин, ну такой соблазн его мокнуть. Может, туземцы мне помогут его одолеть. Тихо, бежим. Нет, это не наши. Но, может быть, медведь на них обратит внимание. Да! Ребята, вот это круто. Мы пока мясом подлечимся.
Чистить, колотить. Вот, еще один остался. Давай, ним разбирайтесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Блин, давайте замочим этого медведя. Он еще танцует. Что, все? Фух, ребята. Можно похлопать. Вот это была реально тяжелая битва. Мы и удамов замочили. И все-таки мы еще и медведя грохнули. И получим с него отличную шкуру. Так. Можно как раз здесь побегать и копья пособирать, и стрелы. И тела обыскать. Как-то слишком близко эти удамы находятся к нашему шаману, к поселению. Что не есть хорошо. Так, что здесь еще можно собрать? Хворосту на костер. Так, отлично получилось все это дело. Тростник. Синий лист. Собачий дрызд. Ну и грибочки, естественно. Без них в Far Cry никуда. Так, что у нас здесь? Нож копала. Да, это с помощью которого мы разрезаем шкуры. Не хватает ресурсов. Со стрелами, конечно, напряженка. Так, ну мы добрались, ребята. Тратить стрелу не хочу. Так, все. Теперь идем шаману навстречу. Чё ты загасил? Танцор. Сильный дух! Сильный дух! Ты избранный! Кто ты, человек-волк? Человек-волк? Я Тинцей! Я звать сильный дух! Медведь, носорог, тигр! Затем появится ты! Я знать безопасное место. Ты иди туда, Тинцей. Нет, нет. Руку. Руку. Ой-ой-ой. Кровь. Чтобы видеть, как духи. Сейчас будет какой-то супер ритуал, ребята. Ты пить из сосуда жизни. Фу. Такар, пить. Пить. Ой-ой-ой-ой-ой. Свою же кровь выпил. Пусть твой дух свободным быть. Пусть ходить куда хотеть. Ух ты, вот то повело, вот то цепануло, ребята, где я?
Как это такая легкость, непредвзятость, как будто аж ноги оторвались от земли. Красиво так все. Звери меня не пугать. О-о-о. Это как прям в Варкрафте. В Запределье. Тоже есть локация, Неград называется. Все такие добрые. Вот, сова. Куда ты вести меня? Так, так, это не... Ого. Следуйте за проводником. Мы можем летать, ребята. Ух ты! Ой-ой-ой. Что я не так сделал? Я слишком сильно носом нырнул, да? Попытка номер два, мы полетели. Ну хорошо, летим, ребята. Прикольно. Чё, нырять? Тихо. Ой-ой-ой, как-то, ребята, управление вообще неудобно сделано. Чисто клавиатурой, мышкой ничего не этот. Дернешь. Ух ты, блин! Где он? Ага, вижу. Походу, мы уже перестали летать. Вернулись в тело смертного, но все равно еще под глюками. Красиво, конечно, ребята. Что-то он и бежать не может, ничего. Совушка, иди сюда. Иди, моя хорошая. Прикольно сделано. Такой транс. Ты показать мне. Чё, опять? Опять чё ли? Вниз, вверх, вниз, вверх. Звуки такие. Жесть. Водопад вниз? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот тут цепляет. Да, управление реально лучше бы сделали, чтобы мышкой можно было поворачивать, потому что неудобно. Вот тут цепануло. У меня уже, друзья, голова закружилась. Бурундучки. Привет. Опять что ли? Ну как-то вот они затянули. А, ну тут типа волки сейчас, а все животные, никто на меня не... Тигры? Никто не нападает, и я себя классно чухаю. Медведь. Одного такого замочили уже. Приручить. Тихо. Я добрый Дакар. Теперь ты быть моими глазами в небе. Классно так анимировано, сова, прикольно.
Задание выполнено. Видение зверей. Так, теперь у нас есть собственный GPS. Ты почини сову. Сон. Не сон. Дух совы называет тебя хозяином зверей. Хозяином зверей? Да, ты хозяин зверей. Усмири диких духов, заставить их помочь тебе. Хозяин зверей, ты укротить сову, сможешь укротить воющего зверя. Ты найти белого волка, вожака стаи, только ты укротить его дикий дух. Вау. Еще дают квест на приручение волка. Вот волка приручить, это круто. Можно будет на медведей ходить даже. Так. Идти со мной. Винча собираться на западе. Я идти за твоим светом. У меня нет выбора. Ну и что это значит? То есть ты понял, что мы тебя просим? Ты внемлил нашим словам, нет? Кстати, по-моему, этот шаман, это как раз был тот, который на заставочке, ребята. Который нам там про Виджа рассказывал и так далее. А мы еще и избранные, оказывается. Так, редкий тростник, шкура собрана. Так, что тут вообще у него хоть интересное есть? Я не пойму, что такое? То ли палка сгорает быстро, то ли что. Что-то гаснет. Так, Тисей, у тебя тут ничего больше нету такого интересного, чем можно было бы хотя бы на лук использовать. Похоже, нет. Так, ну и ладно. Мы пошли. Я опять не туда забрел. Тисей, куда мне идти? Сейчас что-то можно было обыскать, ребята. Так, жир зверя. Это нам необходимо. Кстати, я так думаю, наверное, у нас закончился жир зверя, поэтому мы не... Нет. Это какая-то магия в этой пещере, ребят. Я не могу запалить палку. Это даже не смешно. О, ну теперь тут можно ее потушить. Фух. Так, я не понял, вы там что, пооживали уже? У дамы. А на место погибших у дамов приходят другие у дамы. Сколько ж мне... Так, они там не моего медведя случайно там разгребают? Волочи. Зараза. Так, ладно, я понял. Нет. Нет. Нет.
Так, кто там меня там еще спалил? Ага. Ты сильно умный, да? Надо шамана, наверное, с собой забирать, потому что... Ты откуда вы валите? Потому что этих ублюдков слишком много. Тихо. 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 Бляха-муха, твою мать! Блин, я даже об него копье сломал. Охренеть, друзья, я не знаю. Вот это я попал, конечно. Где этот ублюдок? На тебя, сука! Фу. Лука, стрел нету, копья сломал, блин. Жесть. Просто жесть. Вот здесь сразу стервятники уже летают, жрут. Нормально, круто сделано. Не, вот именно вся биологическая цепочка в игре сделана реально прикольно. То есть все, каждый за кем-то охотится, все друг друга поджидают, там, животные там, хищники на травоядных нападают, эти люди на зверей, звери на людей. Короче, ну круто реально. Бомбезно. Они чувака жрали, я думал, они мишку жрали. О, капец, они ж людоеды, кстати. Ублюдки, блин, надо вас всех поизводить, зараза. Так, стрел, конечно, вообще херма. Так, хорошо, ребят, куда нам дальше выдвигаться? Неизвестные награды, шаман Тинсей. Найти логово волков, приучите белого волка. Волк будет помогать вам в бою. Туда сейчас мы, наверное, и направимся, потому что... Кстати, у нас по дороге лагерь, а чё он здесь у нас не помечен? Я ж как раз там и ночевал. Ладно, идем по дороге. Красиво. Винджа! Винджа! Куда ты побежал? Ты что, обалдел, что ли? Подчайник у тебя. Ну это не воин, удам, это, скорее всего, какой-то повар, наверное, ихний. Это как раз тот случай, когда, блин, ты напал на самку с двумя медвежатами, и сразу снег стал желтый. Фу, ну его нафиг, Мишка, иди отсюда. Блядь, жесть, он сзади бежит, твою мать! Давай, давай, Токар, блядь, ноги в руки вперед. Блядь, я херею. Кстати, альха была. Жесть, медведь, реально. Фу, тут мамонты, там медведи, там волки, там ще обосраться можно. Так, я там видел, кажется, альха была. Альха надо на стрелы. Сейчас мы вернемся за нею. Только надо так тихо, чтобы, блин,
На медведя не напороться. Твою мать, офигеть можно. О, еще одни ублюдки. Бляха. Сдохни. Винджа, Винджа, блин, Винджа. Так, я чувствую, мне надо прокачать реально житуху. Так, все. Всех у дамов убили. Медведь. Не, к медведю я, конечно, идти не хочу. Ладно, так, ребят, что я хотел сделать? Я хотел все-таки вкачаться. Так, мешок охотника. Давайте прокачаем себе мешок охотника. Так, пещера Такара. Южный камень, пыль южного камня необходимы, чтобы улучшить лук. Так, это надо будет, конечно, сделать. Так, мешок жертролля, деревня. Пещера Такара. А как ее улучшить? Численность Винджа. Спасайте жителей Уруса, чтобы они присоединились к перемене Винджа. Получите бонус 2% к получаемому опыту за спасение 10 жителей Винджа. Угу. То есть в зависимости от того, как у нас будет расти уровень нашего племени, соответственно, я буду получать разные фишечки. То есть, когда у меня будет 20 членов племени, у меня будет возможность получать один мешочек ресурсов для оружия и еды каждый день. Это хорошо, конечно. Так. Стоп, а где моя... Чё такое? О, лось. Кстати, это крутой лось, ребята. За ним волк охотится. Етить, колотить! Бляха-муха. Блин, это крутой лось, я хочу его замочить. Сзади медведь. Блять, там волки! Блин, у него еще и глаза горят. Жесть, да что же это за серия такая? Твою мать, бляха. Как от него избавиться? Так, следующий удар медведя для меня будет смертельным, ребята. Может, его огнем пугануть, блин, а? Да мне кажется, медведь это ему пофигу, что огонь, что медные трубы. Муха, твою мать! Сучара! Блин, да ты жесть какая-то! У меня дерева нету. Так, с помощью совы мы можем осмотреть окрестности. Да толку, блин! Ночью вообще здесь стрёмно ходить, конечно. Сейчас, наверное, пересидим, переждем.
Кремень, ресурсы, прочная древесина. Блин, вот прочной древесины нету, вообще галима. Хреново дело. А вот древесина как раз нам максимально необходима. Ну ладно. Давайте отдохнем до рассвета. Надеюсь, нас медведь не сожрет. Да. Сколько уже за эту серию нас убили? Напряженка, ребята, однако. Так, я все хотел узнать, как мне сейчас дополнительно прокачать еще полоску жизни. Так, 3 ячейки здоровья. О. Ага, лечит 3 ячейки здоровья, но что-то у меня только их 2. Так, быстрое исцеление, еда, ускоритель, маскировка запаха, повелитель огня, противоядие, панацея. Так, это 2 и даже 3 ячейки. Навыки дальнейшего изучения первобытного исцеления может восстанавливать 2 и даже 3 ячейки. Ну хорошо, это мы улучшили. А что у меня только 2? Так, охота, скрытная сова, приманки. Так, что у нас сова? Нажмите Z, чтобы призвать вашу сову. Сова может отмечать противников и зверей с неба. Кроме того, можете использовать зрение охотника, удерживая V, пока сова летает. Новые способности совы можно разблокировать в меню навыков после того, как вы построите в своей деревне хижину для шамана. Ух ты, как интересно это все дело. Так, скрытность, ближний бой. Угу. Копье, медленное оружие. Держите, затем посидите, чтобы провести мощную атаку. Так, приманки, команды зверям, воссоединение винджа. Вот, кстати, винджи разбросаны по всему Урусу. Ищите и спасайте их, чтобы в вашей деревне стало больше жителей. Нажмите А, чтобы выбрать меню деревни. Когда население деревни будет расти, вы сможете строить новые хижины, улучшать их, чтобы разблокировать новые навыки и оружие, учиться делать новые предметы. Так, еда и здоровье. Вы разблокировали рецепт ускоритель. Нажмите, чтобы увидеть его в меню еды. Добывайте мясо, собирайте растения, чтобы готовить еду по рецептам. Продолжайте помогать цели, вы сможете разблокировать новые рецепты блюд, которые одновременно лечат раны и усиливают ваши способности. Так, а вот крюк, который мы помним. Вы нашли странный, но полезный предмет. Ищите значок, чтобы карабкаться к новым вершинам. Ну, понятно, это, в общем, по мере прохождения квестов. Как говорил Геральт, там один однорукий воин будет по сюжету. И у него мы заберем якобы этот крюк. Так, хорошо, направляемся. Тинсею, он сейчас должен нам показать, как приручать волков. Лось здоровый-то был, а. Круто было б его шкуру, конечно, взять. Так, мы пришли.
Хозяин зверей, найдите вожака волков и приручите его. Волк будет помогать вам в бою. Удар на волков охотится. Быстро найти их. Так, ну, в общем, сова мы поняли. За сову уже читали. Да, жестоко они, конечно, с волками поступили. Так, призвать сову. Ух ты. Так, лететь медленнее, лететь быстрее. Послать зверя, точка маршрута, выйти. Выбрать бомбу. Че, сова еще может бомбу даже призывать. Прикольно, ребята, вообще четко сделано. Так, вот тут там, наверное, мы и стоим, да? Посмотреть на себя, что ли. Где мы там внизу? Вон наш Такар, а ну-ка, ребята, давайте сейчас посмотрим за ним. Тихо, 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 тихо. Подожди. Твою мать. Врезалась. Сейчас еще разок. Так, теперь разворачиваемся, давай. Ниже. Вон Такар. Сидит, медитирует. Это, знаете, ребята, напоминает, как вот в Игре Престолов было, да, как там Брайан этот Старк мог вселяться в животных, видеть ихними глазами, чувствовать их мысли и так далее. Варк, или как они назывались, по-моему, эти люди. Это способность шаманов. Удам, удам, охотники, удам. Да, кстати, я их вижу. Выбрать бомбу. Какую мы бомбу? А, мы можем пчелиные бомбы делать еще, ребят. Ну это круто, реально. Послать зверя. Ну, зверя у меня нету сейчас. Зрение охотника. Лететь медленнее. Так, убить удамов, которые охотятся, да? Хорошо. Все, в общем, с помощью совы мы просветили себе дорогу. И, ребят, уже с теми воинами удам мы разберемся в следующей серии. А чё, нельзя сохранить сейчас? Так, значит, тогда немножко отлаживается наше прощание. Сейчас мы их мокнем. Далеко, блин. Твою мать! В голову. Вот и все. Так, ольха. Как же мне необходима ольха? Так, а я так понимаю, что эти удамы, они жрут все. Волков, винджа, кабанов, медведей. Даже сами себя, наверное, жрут. Так, ну, в общем, все, вроде, я так думаю. В общем, короче, ребят, на вот таком вот моменте, на вот этой вот хижине, я надеюсь, F5 у нас сейчас... Да, игру сохранять нельзя. Так, что ж такое, блин, пока нельзя сохранять, но это плохо. Давайте сделаем приманку.
Так, идите по кровавому следу, чтобы искать волчье логово. Ну ладно, ребята. В общем, давайте уже закончим квест с волками. И потом уже продолжим приключения в следующей серии. Кровавые следы лап. Винча. Так, это, между прочим, волчьи следы. Так, стоп, я не понял. Че, теряются? А, нет, вот еще идут, да? Ага. Вот. Волки близко. Так, ну раз близко, чувствую, еще придется воевать сейчас. Пещера Волквы. Местоположение обнаружено. Ое. Белые волки, кстати, да, прикольно. Так. Вот и он. Наша цель. Так, приманка и приручение зверей. Изготовьте приманку, выбрав ее в селекторе оружия. С помощью Q. Так, это мы сделали. Нажмите колесико, чтобы метнуть приманку и подманить зверей. Угу. Пока зверь ест, медленно подкрадитесь к нему. Нажмите и удерживайте Е, чтобы приручить зверя. Нажмите Б, чтобы видеть, каких зверей вы уже приручили. Так, ну что, давайте попробуем, коль такое дело. Колесико, конечно, неудобно кидать. Я, наверное, переназначу клавишу потом в следующий раз. Там наш маг. Я приручить этого зверя. Да, этот зверь чуть на тебя не напал. Тихо, тихо. Молодец. Хороший. Вы можете дать зверю команду напасть на цель или отправить животное в определенную точку. Прицельте с помощью мышки и нажмите G. Если ваш зверь ранен, подойдите к нему, удерживайте Е, чтобы восстановить его здоровье с помощью мяса. А я думал, может, просто погладить его можно. Если зверь погибнет, его можно оживить в меню зверей под клавишей B. Или просто заново приручить такого же. Прикольно. В общем, ребята, мы превратились в настоящего охотника. Ну что, мой белый клык? Теперь заживем веселее гораздо. Так, и там, походу, мишка или то тигр. Ладно, ребят. Продолжим мы уже в следующей серии. Надеюсь, сейчас клавиша F5. Приласкать зверя. В общем, мы справились. Так, а что у нас опять подсвечивается? Контрольная точка. Окей. Дойдем до контрольной точки. Затянулась серия. Кстати, а что здесь в этой пещере?
Пошли, белый клык. Доберемся уже до контрольной точки. Так. Дружище. Дружище, погоди, блин. Да твою мать. Блин, волк все спалил, елки-палки. Ну давайте обратим внимание, как он с ними справится. Ха, круто. Молодец, мой хороший. Так, нажмите B, чтобы открыть меню зверей, посмотреть список животных. В этом меню можно позвать кого-либо или отпустить. Некоторые навыки хозяина зверей дадут возможность приручать новых животных. Замечательно. Хозяин зверей завершено. О, добавились жители деревни. С каких херов, правда, непонятно, но... Это хорошо. Молодец, мой хороший. Молодец. Супер. Ты красавчик. Быстрое перемещение. Захватывайте сигнальные костры, вражеские ванпосты, чтобы быстро перемещаться. Также можете быстро путешествовать в вашу деревню. Там можно, в принципе, пойти как раз Сейлу навестить. Может, как раз пожрать что-нибудь там даст. Так. Событие Винджа, схватка. Так, все, ребят, вот на этой нотке точно мы прекратим сегодняшнюю серию и продолжим уже в следующий раз. Спасибо всем за внимание и до скорых встреч. Всем пока.